Госавтоинспекция совместно с представителями транспортной инспекции регулярно проводит рейдовые мероприятия по соблюдению законодательства, действующего в сфере безопасности дорожного движения со стороны водителей маршрутных транспортных средств. Особое внимание мы уделяем это правилу перевозки пассажиров. При проверке транспортных средств мы уделяем внимание в первую очередь на техническое состояние транспортных средств. Это в первую очередь технеисправности, при которых запрещена эксплуатация. Смотрим на внешние световые приборы в темное время суток, на неисправности тормозной системы, неисправности рулевого управления, неисправности шин. Также смотрим на переоборудование транспортных средств, а именно это установка дополнительных сидений для пассажиров. Исходя из практики, в ходе рейдовых мероприятий являются разного рода нарушения. Больше всего выявляются нарушения по технической части, это неисправности внешних световых приборов, неисправности это треснутое лобовое стекло, разбито, бывают случаи.